Скажите, куда хуже? Мы как бомжи живем. А за что мы платим, а? Мне 77. За что я плачу? Там что, посмотреть хотите? Прошу. Смотрите, милая. Над вами, над нами. Проходите. Что можно сделать? Ничего невозможно, потому что что не делаешь, оно рухает. Вот сейчас немножко прибрали, вот это воды нет, а вот как оно течет все. А выше поднимитесь, у него вообще потолка нет, у него дыра там насквозь сквозная. Вот зайдите над нами, вот оно вот это все течет, у него светятся эти, кто они, звезды. Ничего нельзя сделать, вот начали делать, а толку? Ну сейчас вот сделаем еще, и что? По Эмилии Алексеевой, там совсем хороший дом был, его почему-то взяли, расселили. Лучше вашего, да? Лучше намного. Там внизу магазин был, и вообще у них хорошо было. Может быть, кто-то ходил, конечно, добивался. А у нас тут некому сейчас. Мы пенсионеры, никто нас не слушает, никуда нас не это... А здесь вот напротив квартира, там трехкомнатная квартира, там три хозяина, и они здесь не живут. И в том подъезде также некому. И вот он, наш дом и заброшенный.